Привет, друзья, привет, ребятки. Давно не писал видео, уже давным-давно. И, точнее, я писал его, и много материала на телефоне было, но произошло нечто. В общем, слушайте. Позвонили мне там, предложили работу, и думаю, о, класс, вау, супер, вообще супер. И, в общем, что, я иду пешочком, с рюкзаком, с переодеждой. Прихожу, переодеваюсь на улице. Так получилось, на улице переоделся. Все в рюкзаке оставил, все свои вещи, кроссовки, любимые мои, любимые кроссовочки. Кепка, там, реглан недавно купил новый. Ну, пайту балахон, кто как. В общем, телефон, там денежки, проездной на Т10, это на метро, на транспорт проездной. Жилеточка моя самая любимая, вообще незаменимая. И все такие ценные вещи, все положил в рюкзак. Переоделся и приступил к работе быстро, думаю, не буду заносить рюкзак в квартиру, в которую мы все вносим. Ну, как бы, и мне работодатель говорит, да положи здесь, я здесь в машине, все равно положи, пусть она, ну, положи здесь рюкзак в машине, я все равно здесь ничего не будет с ним. Я чувствую, да не, не надо, надо куда-нибудь, ну, занести туда наверх, в квартиру. Потом думаю, ну, чтобы быстрее приступить к работе, ладно, положу. Короче, положил и до свидания. В общем, мигом вот так вот. Незаметно. Барселона это город воров, тут воруют очень быстро, очень быстро. И многие друзья, вот и те, которые здесь вот приезжают, они уже тоже потеряли вот таким способом, их обокрали. У одного знакомого вообще тоже рюкзак просто на пляже лежал и вот так вот рядом с рюкзаком, и рюкзак просто взяли, быстренько забрали, он там все телефоны, все забрали. А рюкзак он нашел там в 50 метрах от того места, где он лежал. И тут очень быстро все воруют, телефоны особенно. Тоже знакомая, у нее 4 телефона уже украли. Другая знакомая, приехали, сразу же украли у нее iPhone. В общем, и многие жалуются, да, на это. Вот единственное, чем отличается в негативном плане Барселона, это воровство. Здесь любят воровать, воруют черные цыгане хватают. Так что будьте внимательны. Извините, что не скидываю видео, не знаю, как заработаю на новый и куплю, буду продолжать снимать. Так что I'm sorry. Простите и выбачьте. В общем, все, хорошего настроения всем и до скорой встречи. Hasta luego. Я немного расстроен был, но уже отошел. У меня есть семья, есть жена, есть ребенок. И самое главное. И у меня есть остался старый мой телефончик, айфончик 5. Хоть чуть-чуть им сейчас попользуюсь, хоть он очень сильно тупит. Но ничего. Все, всем пока. Пока, ребят. До скорой встречи. Буду продолжать видео, не переживайте. Еще буду снимать.